У нас сегодня 15 октября, очень холодно, заморозки были до минус 3. У нас сегодня, и мы вот перекопали нашу грядку. Как видите, вот здесь был рапс и горчица посеянная. Я каждые 3 года меняю свое место для посадки под тюльпаны. Она, у меня еще посылка заказная идет. Хотя бы к ноябрю месяцу, первым числом она пришла. Вот она перегниет здесь, хорошо уплотнится, и мы здесь будем высаживать наши тюльпаны. Вот за 2 недели буквально наша земля уплотнилась хорошо, и мы начнем сейчас подготовку к посадке тюльпанов. В ящике буду сажать, на дно ящика я обязательно кладу газету, она потом перегниет, и с нее ничего не останется. Вырыли ямку на глубину этого ящика. Вот она. И будем засыпать. Обязательно землю нужно обязательно уплотнить. Вот так вот ящики должны постоять хотя бы несколько дней, чтобы земля уплотнилась. А потом будем высаживать луковицы. Вот у меня такие из-под пива. Вот они. На дно обязательно дырка, чтобы проходила вода, не застаивалась. И такую вот решеточку. Так я туда кладу, чтобы не залезли всякие личинки, кроты. И там дырка. И она будет закрыта обязательно сеточкой. Вот так вот. Пришла ко мне долгожданная моя посылка с тюльпанами, и я сегодня буду высаживать тюльпаны в ноябре месяце. Это не первый раз, и тюльпаны хорошо приживаются, потому что у нас температура еще до плюс 12 градусов. Поэтому за 2 недели они успеют укорениться и дать хорошие нам цветы и головки. И вот сегодня я буду высаживать тюльпаны, я вам покажу. Все они хорошие, плотные. Вот они, луковички. Красивые. И каждого сорта. У меня они сорта разные. Все сортовые. И я буду их высаживать отдельно. Земля наша осела, уплотнилась. И теперь будем сажать наши тюльпаны. Сажать мы будем на расстоянии, если редки, то 25-30 сантиметров между рядками, а между луковицами где-то 8-10 сантиметров на, вот, именно на конус. Здесь на конусе у нас есть разметочки. Вот она. 5 сантиметров, 10 сантиметров. Так что вот на уровне этого конуса это считается как 3 головки наших тюльпанов. Вот она. 1 головка, 2 головка и 3. Вот на 3 головки тюльпанов мы будем такую делать глубину нашего конуса. Прежде чем садить наши тюльпаны, я же не знаю, откуда они, как они там хранились, эти тюльпаны. Я, конечно, обеззараживаю вот таким средством Максим. 2 мл на 1 литр воды. Сейчас обрызгаю их, они полежат, и начну делать посадку. Кисуля, ты мне будешь помогать, да? Разбирать наши тюльпанчики. Да. Ну, будем сейчас садить. Вот. Хорошие головки, плотненькие такие. Отличные головочки. Вот он. Ну, пойдем садить смесь. Вот она, вот она, вот она. Вот она, красавица моя. Итак, делаем наши луночки. Вот на высоту 10 сантиметров. Вот это. Так вот. И вот на глубину. Так. Немножко золы сыпем слегка. И помещаем нашу на головку. Вот так вот. И
подсыпаем. Уплотняем. И рядышком. Итак, мы посадим все луковицы, эти, которые у меня здесь вот лежат. Я сортирую их по сортам, также и по высоте. У меня есть 50 сантиметров, 55 и 60 и 45 сантиметров высотой. Поэтому я их сортирую по сортам и по высоте. Мне очень нравится садить вот в эти кругленькие луночки. Вот их удобно потом, когда они отцветут, их потом удобно взять вот так вот и вытащить. А весной я эту проволоку обкручиваю красиво, и потом очень красиво смотрится. И вешаю всегда бирочку сюда. Знаю, какой у меня здесь сорт. Так, посадку мы сделали нашего тюльпана. Полностью грядка. Все 100 штук у нас здесь посажены. Сейчас мы закроем черноземом, а потом, когда наступит заморозки, мы накроем лапником. В октябре месяце всегда выписываю по скидкам тюльпаны. Приходят в ноябре, высаживаю и посмотрите, как красиво цветут. Не бойтесь, сажайте им в ноябре месяце. Будут красивые цветы. Потому что посылка пришла с опозданием, и мне приходится вот в ноябре месяце заняться посадкой.